Это правда, что вот эти вот все РДК, Легион Свободы России пересекли границу, чтобы сорвать выборы? Не верьте, это фейк. Никаких свободных выборов в России уже давно нет. Ой, и никаких легионов Свобода России там уже давно нет, потому что граница на замке. Об этом без промедления сообщили пограничники и полицейские, которые сразу же убежали из Теткина, чтобы нам об этом доложить. А что там, скажите, в Белгороде? По имеющейся информации, в Белгороде все спокойно. Не так, конечно, спокойно, как в Теткино, но все же спокойно. А если кто-то говорит, что там неспокойно, то это все фейки. А если не фейки, то это все не в Белгороде.